Мариус Петипа, являясь величайшим хореографом 19-20 веков, оставил нам огромное наследие балетов, которые стали фундаментом мирового классического балетного искусства. Но не все балеты остались в репертуарах театров, многие позабыты, но благодаря Александру Мишутину, который сейчас занимается реконструкцией его постановок, мы вновь можем окунуться в эту прекрасную классику, станцевать эти шедевры хореографии, наполненные грациозностью и пластикой. Минасан, зэхи, миникита кудасай!